Привет, друзья! Очень рада приветствовать вас всех на нашем семейном канале. Сегодня я готовлю очень вкусный салат с курицей, с солеными огурцами. Значит, такие ингредиенты. Курица отварная, это может быть филе куриное. У меня это просто мясо с бедра, с куриного бедра. Но оно тоже такое не очень жирное, оно без шкурки. Ну, вполне подходит для этого салата. Также яйца. Ну вот смотрите, на такое количество у меня вот 4 яйца, 2 огурца. Огурцы это, значит, есть маринованные такие малосольные огурцы, но я больше предпочитаю такие квашные, они прям солененькие. Но это на любителя, мне нравятся такие вот термоядерные, именно солененькие. Также немного сыра и зеленый лук. Можно укроп добавить по желанию. Майонез и соль. Если не едите майонез, можно заменить нежирной сметаной. Значит, первым делом нарезаю курицу. Значит, курицу можете вообще весь салатик нарезать кубиком, но мне как-то больше нравится такими вот продольными пластиночками. Можно, в принципе, мяско просто разделить на волокна. Ну, я просто вот так вот нарезаю. Такими вот, ну, в принципе, полосочками по возможности. Курица нарезана вот так вот, видите, у меня такими полосочками продольными получается. Затем нарезаю яйца. Ну, раз уже полосочка начала, то желательно и яйца тоже примерно так же нарезать. Вот так вот. Яйца нарезали. Затем нарезаем сыр. Тоже такими же полосочками. Готово. Затем нарезаем зеленый лук. Если у вас нет зеленого лука, можете добавить обычный репчатый лук, мелко нарезанный. Все, осталось нарезать только огурчики. Точно так же нарезаем такими вот полосочками. Практически готово. Осталось наш салатик посолить. И заправить майонезом, либо сметаной. И хорошенечко, тщательно перемешать. В итоге у меня получился вкусный и ароматный салатик. Попробуйте обязательно приготовить по этому рецепту своим близким, родным и друзьям. Такой салатик запросто можно подавать также и на праздничный стол. Всем приятного аппетита! Кому понравился рецептик, ставьте лайки и заходите на наш канал. Всем пока-пока!